Привет, народ! Вы на канале LPS Blog, и сегодня у меня будет распаковка посылки с AliExpress. Сейчас вам ее покажу. Вот она. Адрес я палить свой не буду и не буду переворачивать. Вот. Ой, извините. Она ко мне шла уже долго. Вот с AliExpress там. Мне шел суперкот, это Никита Александрович. Он пришел намного быстрее. Но путем шел тем же. Не знаю, как так долго, но... Давайте распакуем. Так будет две стоячки. Я вам про них говорила. Это будут две главных героини сериала «Неудавшийся клон». Я вам про него говорила. Итак, давайте мы откроем. Достать ножницы надо и открыть. Я уже взяла ножницы. Я... Вот они вот тут. Вот. Поэтому так, что мы будем открывать вот здесь вот. Ой. Эк. Давай подальше начала резать. А, вот тут как раз таки пакет. Так, ну что? О, вот так. О, вот пакетик. Так, ну давайте я вот... Сейчас. Вот когда мы заказывали суперкота, то там был он в белой посылке. А вот этот вот желтый, это как надо. Давайте за кадром все-таки, а то что-то... Так, вот так вот я... Ой, мы точнее уже открыли. Там я уже увидела, что они по одной в пакетике. Итак, милашка, это Милана. Дальше идет Агатка. Вот они, мои красавицы. Давайте мы их сейчас откроем. Так, тут она уже открыта. Давайте, Агата. Вау, какая красивая. Вот такая. Кстати, шарнир у нее хороший. Вот. Глаза у нее, конечно, такие вот. Ну, так, нормально. Она 2100 года, без магнита. Ну, это у перевыпусков написано всегда, что такая надпись LPS. Я всех своих стоячек сравню. У меня их только три. Это Суперкот, тут Никита, Агата и Милана. Давайте мы откроем ее. Только посмотрите, какая она красивая. И не перекошенная. Ну, хотя глаза такие, ну, вообще не прикольные. Давайте я вот ее открою. Она тут уже открыта. Да, тут вижу коды, как у... Ну, так и должно быть. Где тут? А, вот они. Мы сначала заказали вот эту, но их двумя и хотела заказать. Ну, так и получилось. Просто, как бы, это. Ну, короче, на одном сайте было про вот эту вот кошку, то есть у одного продавца, который я сейчас открываю, типа, что не дошла посылка, вот поэтому мы заказали у другого. Что такое? Давайте ножницами открою. Да, они перекошенные. Ну, нормально, я так и хотела, чтобы... А на фотографии она была перекошенная, но так она... Ну, наконец-то. Давайте, ну ладно, откроем. Вы только посмотрите, какая она красивая. Такая вот синяя надпись LPS. У них обоих белые шарниры, так как это перевыпуски. Соли. Ого, как у нее крупно написано вообще. Видите, 2006 год. Такие красивые. Вы только посмотрите. Няшечки. Все. Они такие красивые. Вот у нее, конечно, глаза такие, как бы... Ну, она так нормальная. Шарнир у нее такие. Да, у суперкота шарнир был не такой. А вот у них хорошие шарниры. Это круто. Мы у одного продавца заказывали. Вот они. Ой, Сабина. Давайте мы сейчас сравним всех моих стоячек. Сейчас принесу Ники. Вот они, мои все стоячие кошки европейские. Вообще, вот такая вот она красивая. Она немного тут грязная, но это ничего. Она отмоется, отодрется как-то нибудь. Вот так вот. Ну, она такая вообще. Я вообще отзывы про них читала, вот про вот этого вот пэта, что типа все перекошены, да и вообще смотрела видео, все перекошенные, блестки осыпаются, а у меня нет. Она такая нормальная, она такая красивая. Красивая. Это Агата, это Милан. Да, шарнир у нее очень. Вот, смотрите, вот это мои стоячие кошки. Сначала мне пришел вот такой суперкот, он у меня первый, это как бы первый выпуск, такой белый шарнир. 2006 год без магнита, у всех первый выпуск написан 2006 год. Агата, только посмотрите, какая она красивая. Вообще я видела вот эти первые выпуски, вот этих вот кошечек, то у них были более такие, да, шарнир у нее виден, он у нее белый. То у них были глаза поровнее. Но вот это вот вообще красота.
из всех моих стоячек, они мне нравятся, я даже не знаю, кто выбрать, кто мне нравится больше всех, но мне из всех моих стоячек кошек нравится Милана. Милана, Агата, Никита. Да, красота. Неудавшийся клоун. Так, ну что же. Пока, народ, вы были на канале LPS Blog. С вами была Сабина и мои новенькие. Ну что, пока-пока. Спасибо за просмотр.